Первый вопрос, почему Хоукс, почему Ястребы? Ну, мы вообще вот собирали как бы новую команду, да, из остатков Невграда, так сказать. И очень долго думали над названием, и вот у нас уже начало сезона, название еще не было придумано, так у нас у капитана, у Дани, фамилия Ястребов, решили Хоукс назваться. Ну, это по-английски Ястребы. Вам удалось победить в конце, буквально забить 2 мяча. Чем? То есть это было неожиданно, или вы были готовы к тому, что игра вела к тому, что вы одержите победу в конце? Не, у нас так вообще всегда, мы поначалу всегда сливаем, да, проигрываем, потом в конце выигрываем. Ну, для нас это уже как бы обычное дело. Ну, ребята вообще как бы сильные, да. Мы помним, как в прошлом сезоне с ними играли. Тогда мы сыграли, если не ошибаюсь, 5-4, сейчас 5-3. Ну, как бы настраивались на серьезную игру. У нас еще пол состава не пришло. У нас на замесе уже 2 человека играли без замен практически. Трудная, конечно, была игра, но вот выиграли, слава богу, хорошо. А с чем связано? Вы пропустили, опять же, 2 мяча в начале быстрых. То есть вы забили, и буквально же соперник отыгрался. Ну, вам вот удалось переломить игру. То есть как вы психологически были готовы отыгрываться? Ну, я же говорю, мы уже привыкли к такому развитию событий. Для нас это обычное как бы дело. Ну, конечно, вот мы просто забиваем всегда первое. На расслабоне там уже потом играем, и потом нам закидывают там 2 или 3, но потом мы отыгрываемся, ну или не отыгрываемся, когда как. Какие перспективы на сезон? Вообще хотим выиграть. У нас цель именно выиграть, не первое, не второе, ну, только первое место, не второе, не третье, только выиграть. Выйти, получается, в первую лигу, да? Да, вот. Спасибо, поздравляю с победой. Спасибо, вам тоже спасибо. От души.